жоп жик-жик, больше не мужик. Алло, здорово! Здорово. Сам бревно. А? Сколько тебе лет? А какая разница? Если, значит, я школьник, то со мной дружить нельзя, да? Нет. Я не знаю, что... Я обиделся на тебя, чувак! Ты меня обозвал школьником и сказал, что со мной дружить нельзя. Ладно, слился. Алло. Ну ладно, не психуй, извини, короче, чувак. Ты меня вообще хочешь приютить? Да, у меня дома разгрифили. Бревно, говоришь, опять ты? Что, дебил? А ты дебил? Ты только сказал, я дебил. Да не, ну давай поиграем, слушай. А сколько тебе лет? А угадай по голосу. Не знаю. Да, дашь сотню? Сотню дашь? Не. А сколько дашь? 15. Ну ладно, а давай тогда 15 USD, окей, долларов. Но я тебе сейчас на бумаге себе напишу, кинешь, хорошо? А, не. В смысле, сам только сказал, что дашь мне 15 USD. Так дашь ты мне или не дашь, я вообще не понял. Не дам. Жадина, да? Ты жадина. Да, я жадина, чё давай, ты хочешь? Давай не сливайся, давай поговорим по-пацански, хорошо? Ты пацан? Да. Да? Да. Почему да? Ты только что сказал нет. Потому что, ну, аргументируй свое это слово. Сказал да, ты пацан. Чё ты, как понять, что ты пацан? Я вот не верю. А ты пацан? Я мужик. Почему мужик? Ну, потому что мужик. Ты, слушай, к словам не придирайся. В жопу жик-жик, больше не мужик. Язык вообще-то. Ну, слушай, так ты будешь меня приучивать или как там? А ты в Майнкрафт 1.7.2 играешь? Нет. А что это такое? Майнкрафт! Майнкрафт, да ладно! Ну, серьезно, Майнкрафт? Я играю в Майнкрафт, ноу. Знаешь, что это такое? Не знаю. Знаешь? Не. Это нет Майнкрафта. Короче, знаешь, что ты тупой школьник? Ты меня будешь вообще приучивать? Или опять сольешься, как девка? Да? Нет. Что нет? Говна пакет. Короче, ты девка? Да. Нет. Мужик? Да. Девка? Нет! Так девка ты или нет? Нет! А зачем ты только что сказал да? Потом ладно, давай я тебе пару вопросов тогда задам, 10 штук, хорошо так? Ты девка? Ну просто быстро отвечай, ты девка? Нет! Ты девка? Нет! Девка? Нет! Мужик? Да! Нет! Да! Да? Мужик говоришь? Да! Нет? Короче, пошел ты нахуй! А че ты...